Мы собрались, чтобы доказать всем, что СПИД – это болезнь, с которой стоит бороться. Причем бороться с самого детства, можно сказать, с самой молодости. Это нужно, и я советую каждому проходить, проверяться обязательно. Сам приходилось пару раз пройти проверки, но когда кровь сдавал. И, слава богу, не болею. Вот так повезло.